Привет, стратегическим жужиком. Очередная ФФАшечка, случайная в пятую циву. Я имею в виду случайное лобби с людьми, которые, скорее всего, ливнут довольно быстро. А вот цивилизацию я мог выбрать и взял инков. Вряд ли мне позволят еще когда-нибудь за них сыграть, а мне бы почему бы и не сыграть. Ну, главное, конечно, чтобы горы были. Блин, охренеть, сначала с эти одни болота. Старт как будто я не инка, а Голландия. Ну и куда мне идти? Ну тут снизу тундра. Но мне к горам надо, понимаете? Я вот сюда прыгну. Просто думаю, что вот прямо вплотную тут к горам не ставить. Блин, ну мне надо на одном из... Это вообще, конечно, охренеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Представляете, сколько мне их осушать надо будет? Какая-то подстава. Вообще еды нету. Блин, а как это играть? А где мой этот уникальный... В констракшн... Блин, как вот тут жить вообще, вот на этой фигне? Так, у нас Рим, Майя, Арабы, Сиам и Китай. Это все выбирали. Ну, вообще, какой-то прикол с генерацией места, сейчас я вам скажу. Тут даже дело не в инках, а просто вот любая другая цивилизация, как... А, да, Катя, мы же по холмам не тратим ход. Да... Мне, наверное, надо сюда идти. Ну, потому что здесь это самоубийство будет. Слишком много болот. Тут хотя бы еда хоть какая-то появляется. И потом мы тут место вот тут для города оставим. Потому что тут я тоже какие-то вижу горы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть болот. Прикиньте, если бы тут появился Голландия. Свои полдеры. Шесть полдеров это... Наверное, город до 40-то может вырасти спокойно. По холмам идем поселом, потому что он не теряет ход тогда. Да. Ну, вот тут, благодаря террасам... Ну, опять же, террасы только вот здесь. Две террасы смогу поставить в столице. Тут нету холмов. Охренеть. Кстати, все поставили города, и все не на воде. О, лучников открыли. Не, ну это какой-то прикол, конечно. Как это играть вообще? Ой, там уже Рим. Фак. Вот это прикол. Ну, то есть мне надо в коляске идти, что может быть вообще через волю. А Рим это, кстати, хост. И как мы тут... Да, что такое не везет? Ну, меня легионами вообще легко взять. Тут вот море уже, я вижу, начинается. Блин, наверное, придется через волю играть, ребят. Воля и коляски. Как бы ресурсы есть. Раз, два, три. Я уже вижу. Может, мрамор. Четыре. Блин. Очень хреново, короче, все.
Сейчас тут будет проход куда-нибудь. Ну тут, видите, уже океан, да? Да еще скаута делать. Тут даже вот это место Петра лучше не сделает. Какие-то пустыни с камнем. Вообще фигня полная. Тут, наверное, на побережье можно будет ставить. Но я не вижу, короче, ничего хорошего в моем месте. Хотя горы вроде завезли. Для инка. Я думаю, что лошади вот тут будут. Я тут даже не вижу, где тут могут появиться лошади. Четыре лошади только. Да. Так, апнулись в слингера, который, кстати, хреновый. Уникальный юнит, прямо скажем. Давайте монумент. Будем в волю играть. Так, как раз дали культурку. Нам надо очень постараться зарашить Рим до его легионов. О! Блин, я не первый. Рим первый встретил, черт. А он еще ГГшка. Я сюда хочу. О, Кабул первым встретил. Угу. Просто полуостров. И у меня единственный выход в мир – это через Рим. Сейчас, наверное, я куплю эту клетку. А пшеница добавится сама. Просто это и производство, и деньги, а все, нам это все надо. Хреновый уникальный юнит, потому что вы с его помощью не можете свои юниты защитить. Потому что когда на него нападают, он отступает, типа. То есть этим слингером невозможно защищать там ни поселенца, ни рабочего. На него нападает варвар. Да, слингер отступает, типа не получают урон, но вы же теряете поселенца, получается. Тут вообще одна гора. Ну, конечно, может быть, стоило сюда идти и морскими караванами отъедаться, но мне тогда террасы негде было бы ставить. Блин, мы реально тут зажаты с Римом. Что делать? Ну тут можно вот треугольничком. Я в эту сторону даже не вижу, куда города ставить. Честно говоря. То есть вот здесь и здесь где-то можно города поставить. Возможно, еще сюда влезет и все. Ох. Вон еда есть. Ну, в принципе, если он не пойдет в традицию, то у нас есть шанс. Мне надо посмотреть, насколько хорошо Рим вообще может атаковаться. Все у него в джунгли. Ну, как бы тоже не фонтан. Но джунгли лучше, чем болото. Потому что
Джунгли хотя бы две еды дают, а болото одну. Надо этот лагерь убивать. Ну, тут мы чисто до бесплатного поселенца идем. Пока ничего не строим. Подселять Рим мне некуда просто. То есть, ну что, вот тут где-то город ставит? Тут какая-то территория прям выгодная. Так, давайте, может, дальше? Не, хотя 5-8 ходов. А так 4. Ладно, давайте, наверное, рабочего быстрее сделаем. Будем вырубать лес вот эти на апельсинках. Пантеон можно взять на апельсины, бананы и пшеницу. Ну, то есть дополнительная еда. Либо на плантации, то есть культура от плантаций. Ну, вот тут, видите, у Рима как раз зашибись территория. Но я вот не знаю, как на него нападать, когда у него тут куча джунглей. И он на холме еще стоит, да? А я нет. У него сейчас будет офигительно все расти. У него, видите, он тут выкупает клетки как раз. Видите, сейчас отступил. Если вы не заметили, то он сейчас проатаковал слингера, вот этот варвар, и он отступил, чтобы урон не получить. А у меня, кстати, лошадей всего 4, и у него 4. Вот как мы тут драться будем? Но он в традицию пошел, окей. Так. Ну, я бы лес вырубал, конечно, на поселенца. Так что пока начнем с ферм. И тут... Блин, ну пантеон тоже хочется принять. Ладно, давайте святилище пока... Тут надо, к сожалению, эту клетку посмотреть. В плане, что я теряю ход. Так, у него тут все в джунглях. Но ему эти джунгли... Ну, хотя не факт, что ему прям надо их вырубать. Специи он может там обработать. Так, у тебя немножко в рост. Пойдем. Так, а здесь... Вот этой. И 5 ходов до поселенца. Ну, территория говно. Вот у Рима... Ну, кстати, столица его тоже не совсем уже фонтан стоит. Но вот дальше... Блин, мне кажется, надо как-то все-таки Рим подселить.
Ну, у меня очень сомнения большие, что он захочет вот тут город ставить, например. Наверное, надо тут стоять, чтобы территорию засвечивать. Блин, жалко, что террасы нельзя не на холме строить. Тут ведь и нам не повезло с тем, что холмы отсутствуют. Блин, раз, два, три. Ну тут точно надо на побережье ставить. Тут бессмысленно вот в одной клетке. Сюда надо точно будет ставить город. Еще куда-то там, наверное. О, население, это здорово. Три хода амбар, да, давайте вот за три хода. Так, ну а в construction надо через Masonry. Пошли сбегаем за рабочим в Катманду. Нужны пирамиды, ну не так, чтобы быстро, я не думаю, что кто-то будет, что много желающих через волю поиграть. Так, следующим ходом уже посел, да, тогда идем сюда вырубать, чтобы сразу еще одного делать. О, ГГшечка будет. Не уверен, потому что в Катманду уже есть рабочий, но контролировать никогда не помешает. Пять жителей уже в Риме. Ну, то есть он даже поселенца не строит. Он выращивал город, потому что тут буквально только одни бананы. Еще практически производства не было у него в Риме. Так. Белград я не первым встретил. Вот, тут еще ГГшки грабят все. Ну, куда мы поведем? Игра предлагает... Ну, сюда. Сюда. Поставим. Потом, видимо, реально сюда придется... Ну, не влазят тут два города. Вообще, их, конечно, можно вместить, но это будет тупо. Имеет ли смысл амбар доделывать? Давайте, наверное, доделаем. Это все-таки будет дополнительная еда. О, есть рабочий. Зашибись. Блин, вот опять проблема, видите, если Рим захочет у меня отбить этого рабочего, он это спокойно сделает. Ну, хотя ему надо через реку переходить, с другой стороны. Потому что у меня... Блин, я вот не заметил, кстати, первым ли я Ормус открыл. О, Китай.
Гаслингером сюда подойду. Чтобы Рим не перепрыгивал сюда. Так, минус по счастью. Ну, где-то куда-то сюда мы еще город всунем, точно. Здесь, например, раз, два, три, например, можно было сюда вставить, потом раз, два, три куда-нибудь на оленя, но это тупо. Просто тупо, так что где-то здесь будем ставить, сюда, наверное. Причем нам дороги надо по холмам вести, потому что у инков на холмах ты не платишь содержание. Давайте-ка я постою, пускай он меня... Или нет, или встать. Давайте сюда встанем. Будем заодно лечиться, потому что надо, чтобы варвары подходили под выстрелы городов. Смысл нам там? Просто чтобы он об нас долбился. Кахоки тоже не первый. Так, надо что-то нам везде защиту обещать, совсем забыл. Слушайте, а Римскому легиону железо нужно? По-моему, да. Ну, тут стратегический баланс, я думаю, у Рима должно быть железо, наверное, вот здесь. Да ничем не сопротивляться. Валим отсюда. Я думаю, что надо сразу и четвертого поселенца делать. Сразу четыре города поставить. Счастье у нас на них есть. Блин, мне надо охоту еще открыть. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Шесть, он все еще растет, он не строит. Не знаю, по-моему, не такое место, которое требует прям так вырасти. Интересно. Почему Рим решил пока в один город играть? Так, надо идти к красителям. Тут, еще раз напоминаю, невозможно защитить, я просто ставлю тут на лечение. Но если будут варвары, то этим метателем ты никого не защитишь. Сразу после этого посела, наверное, буду пирамиды строить. Так, а где же мне здесь поставить город? Наверное, вот сюда поставлю. Так,
Так, а откуда, кстати, вот этот варвар? Тут где-то варвары. Блин, надо было дальше идти. Я сюда буду ставить. Тут, значит, красители. Блин, почему я последний? У меня пансион последним будет, блин. Так, тут Китай. Ну, у Рима единственный соперник, получается, я, потому что тут вот какими-то горами, даже если там кто-то есть, то... Кстати, там Сиам, обратите внимание, сверху. Слушайте, а не подселили ли Рим вообще? Есть ли у него куда второй город ставить? Так, надо дуболомам, наверное, идти на помощь, потому что, опять же, я повторяю, я не могу своим этим... Прачником защитить посела. Го-пирамиды. Если мы будем так делать, я вперед буду выходить. Прачником проверять, что там впереди. Если нету варваров, то подходить. Так, пока минус счастье. Вообще, мне бы охоту, на самом деле, сначала охоту. Потому что мне охота для счастья нужна. Нету смысла строить террасы, когда у вас города расти не могут. Здесь, например, сюда мы будем вот так дорогу строить. Типа так дольше, но зато мы вообще не будем тратить на содержание. Блин, там не пройти, ладно. Даже, наверное, не так, а вот как-то так. Так, тут где-то должен быть лагерь. Но его почему-то не видать. Пошли, наверное, камень сначала обрабатывать. На холмах не будем шахты строить. У нас на всех холмах будут эти... террасы, даже если она не рядом с горой. Не знаю, с одной стороны, в честь стоило бы пойти, но, блин, тогда у нас вообще минус развития. Рим все еще не ставит города. Может, он армию строит? Да нет, вроде нет. Ну, блин, легионы, конечно... неприятное. Странно, подождите. А где ж лагеря-то? Точнее, лагерь один. Так, кстати, у меня может поторговать. У
Мне только у Китая вино, если что, будет надо. О, прикол. А тут проход есть. То есть вот это внутреннее море. Ну и чем мне это помогает? По-моему, ничем. То есть варвары просто откуда-то отсюда. Вот с этого лагеря пришли, на самом деле. Кстати, Кахоке как раз этот лагерь и хочет. А Кабул хочет пирамиды. Так, значит, я решил на еду взять. Просто на плантации уже кто-то взял. Надо встретить Сиам, я думаю. Может попробовать с ним против Рима договориться о чем-нибудь. Так, давайте. Красители. Потом купим меха. Еще краситель. Ну, вообще даже... Ну вот мрамор в 4-м радиусе, видите? 5-й город там ставить, мне кажется, нету смысла. Наку вырос. Куска выросли. Ну, теперь чисто на производство переключаем, конечно. Так. Минус 3 счастья. Видите, я... У меня куска 5. Играя через волю и поставив еще 3 города. У Рима... Он играет в один город, у него 6. Но что-то он не так делает. Имхо. Потому что... У меня место-то похуже, чем у него. Стоунхендж строил Рим. Серьезно? То есть вот он нам веру решил сделать. Ну, это прям... Дары от Рима. Вместо армии, вместо всего, он решил идти в религию. Так. Пошли, наверное... Или нет, давайте... Быков обработаем. Да, я где-нибудь вот тут бы стоял, наверное, вот так как-то. Тут засвечивал, чтобы не появлялись варвары. О, у Белграда сперли. Вообще надо подойти, тут еще смотреть, что. У Белграда рабочего сперли. Так, а Тиванаку сам меха не хочет добавить. Еще можно было взять пантеон на лагеря, но на лагеря уже кто-то взял. Да. О, сам добавился, отлично, не надо деньги тратить. Это здорово.
Там у Сиама, мне кажется, еще более шикарное место, чем у Рима. В таком случае так выглядит. Пока не буду дорогу проводить, пока буду вот улучшения все эти делать. Тут еще лошадей надо улучшить. Так, а как это он меня тут проатаковал? Блин, что, минус? Минус прачник, что ли? О, тут Майя вообще нашелся. Так, что насчет с ним поторговать, тоже нечего. А вот Майя случайно не через волю? Нет, тоже традиция. Ну, то есть вряд ли кто-то у меня будет пирамиды угонять. Я еще не встретил только арабов. А, нет, арабов и... А, ну и Сиам. Ну, Сиам, я знаю, где он, да, вот там. Очень я сомневаюсь, что Сиам будет через волю играть. Ну, вообще, надо его встретить, конечно. Нет, не убьют мне. Слава богу. Пращника. Так, ну, давайте караван, наверное. Я немного... бессмысленно. Не, ну мне больше нечего там строить. Нормально вообще? Так будет. Ну вот, в принципе, это все, что я могу поставить. Я больше даже не вижу возможность где-то еще города ставить. То есть реально просто Рим надо забирать. Здесь как-то так проведем дорогу, да? Здесь отсюда так, а потом отсюда так, по минимуму, чтобы тратить на нее. А вот и Сиам. Все в традицию. Ну, осталось только араба встретить. Ну, судя по его счету, явно у него немного городов. Явно он так... Кто тут чудеса построил? Храм Артемиды Сиам. Ну, вот тут Сиам, конечно, выглядит сильно. Рим какой-то хренью занимается откровенной. Игра в один город через традицию ради того, чтобы Стоунхендж построить, это странно. Construction есть, надо железо посмотреть.
Так, ну араб, очевидно, где-то за Майя и Китаем. Ну, могу в Меткалу капнуть, но пока не буду. Так, два хода. Блин, может, все-таки шахту? Как бы еды тут дофига, ладно, наверное, шахту все-таки. Вот тут точно террасы я буду делать. Так, красители есть. С кем-нибудь поторговать я могу вообще? Все еще нет. Драгоценности. Мне кажется, надо вести рабочих дорогу уже строить. То есть куда-то сюда. Надо глянуть, что там Рим делает. Нет, джунгли он не вырубает. Но он строит дуболомов. Это значит, он планирует их хапать. А, ну вот уже пошло. Вот уже пошло. Ну, мне надо будет сейчас меткалуков делать. И вот эту штуку апать. Давайте, наверное, так. Так. Ну, то есть, очевидно, железо у него есть. Чё, на меня пойдет? Ну, прямо скажем, я все еще считаю, что оно того не стоило вот ради вот этого вот, что он получит. Нет, слушайте, он не ко мне идет, он просто апнул. Интересно. Ладно, я все равно меткалуки делаю. То есть в данном случае даже уже меткалуки, а не коляски. Может, он на Сиам пошел? Что вообще логично было бы. Потому что, мне кажется, именно Сиам его подселил. Хотя, не знаю, может, это типа обходит так, чтобы я не видел. Я, короче, не знаю, что происходит. Так, почему я здесь святилище строю, а не амбар? Кто бы мне сказал? Нет, он же ко мне идет. Одним. Очень хрен знает, чем занимается Рим опять. Я не понимаю, во что он играет. Тебе город надо второй ставить.
что-то пошел, что увидел, что я это вижу. Не пошел ко мне. Так, ну, наверное, в Кабул... Кстати, никто тут не хочет караван случайно, нет. Но в Кабул надо отправлять. А что у нас... Так, подождите, а тут, наверное, же зависит откуда. Из Тиванаку в Кабул. А, ну да, все равно. 5 золота вход. Еще, наверное, караваны откроем. Соединение дорогами сделать. Блин, тут, конечно, интересный вопрос. Во-первых, я не знаю, буду ли я еще брать... Буду ли я еще ставить города вообще. Мне просто негде. Но он тут ставит и полностью уже меня подселяет. Поэтому давайте, наверное, соединение дорогами дает счастье. Плюс 3. Не знаю, я, наверное, пойду сюда все-таки с этим лагерем начну разбираться. Так, здесь, значит, сначала, пожалуй, на оленях построю, а здесь террасу. Так, железо. Тут шар. Ферму заканчиваем. И здесь, наверное, ферму. Блин, где счастье брать? Боже, как он дебильно поставил город. Ну, это охренеть просто. Ну, типа, ради мрамора, наверное. Но это ж говно для традиции, нет? Да. Ладно, давайте попробуем мавзолей в Геликарнасе. И все еще не с кем торговать. Счастья мало. Еще проблема, что у меня города... Я вот не хочу здесь болото убирать, потому что города тогда начнут эти клетки присоединять. Но они и холмистые клетки не особо любят. Вот видите, ну, хотя следующим ходом... Вот я думаю, что город вот эту клетку присоединит, а не эту.
А мне надо было бы это, потому что тут у меня будет 4 еды тогда. От террасы. Так-то я могу караван еще сделать один. Пошли в рынки. Ну, блин, я не могу здесь... Я не могу здесь выиграть без захвата Рима на самом деле. А сейчас Рим атаковать вообще бессмысленно. То есть, мне кажется, единственное, я могу это только арбалетами. Кстати, хорошо, что вот этот лагерь чисто корабли спамит. Понял. Он и не эту не присоединил. Какую-то вообще другую клетку. Вот эту, что ли? Рим иудаизм принял. Блин, почему ни у кого нету ресурсов? Надо, кажется, как-то араба еще найти. Какао, специи. Подарить юниты Риге. Наука и счастье найти. Вообще, Кабул не хочет, чтобы этот лагерь мы забрали. И что мне брать за закрытие воли? Неужто ученым? Мне кажется, надо ученым. Тут единственный шанс это выйти в арбалеты. Выйти арбалеты и арбалетами, в общем-то, пытаться захватить Рим. Все. Других вариантов нет. Ладно, может не строить пока столько меткалуков. Ну, не выглядит Рим как желающий на меня нападать. Хоть он и первый по армии. Но эту клетку надо покупать. Мы слишком долго будем ждать, если не купим. Тут, извините, 4-2 клетка. Это очень круто. Так, ну повели, наверное, дорогу сюда. Ферму буду делать пока. Боюсь сюда заходить, чтобы обработать. Мне нужно... Так, отойду немножко. Давайте, наверное, туда меткалука отправим. Займемся этим лагерем. Просто вот сюда даже встать меткалуком, и уже он ничего сделать не сможет. Я боюсь, как бы Рим на меня не пошел в это время. Нет, наверное, скаутом тут встал, хотя... Хотя... Народ, ну... О, трюфеля у Сиама. Отлично, может еще у кого? Нет, пока больше ни у кого ничего нету. Так, ну чуть со счастьем получше стало, пускай города растут.
все правильно стоит. Тут все правильно стоит. И даже здесь правильно. Вот тут, наверное, можно... Хотя нет, и тут правильно. Мы дороги сейчас за один ход строим. Благодаря воле и... пирамидам. Надо каждый ход проверять возможность торговли. С другой стороны, тут жалко сейчас вырубать. Хотя библиотеки тоже хорошие. Ладно. Библиотека тоже хорошая штука. Караван тут давайте строить. Наверное, в столицу буду отправлять в этот, на этот раз. Так, а тут работаем над этим всем. Встану, полечусь пока. Надо с этим лагерем разобраться, но пока нет возможности. Сейчас вылечу скаута и отправлю его на поиски. Араба. Все еще нечем. Трюфеля. Один раз достались. Ну, у Китая два вина, когда вот он... Надо ему написать. Слава богу, не гелик. Так как... Ну, не особо за традицию гелики не строят, понимаете? Поэтому я не думаю, что... Не думаю, что у меня его кто-то угонит. Потому что это... Геликарнас и пирамиды... Ну, пирамиды конкретно просто волевое чудо. Никто... Если ты волю не взял, то ты пирамиды построить не можешь. Да, как странно все-таки Рим расселился. Он, наверное, в надежде, что он будет тут морские караваны пускать. Но я, наверное, эти города вообще даже обращать внимания не буду. Просто прямой наводкой арбалетами пойду на Рим. Так, кстати, глянем, он какой-нибудь... Он вроде ничего не строит. Оракул кто-то построил. Спасибо. Thank you.
Угу. Ну, я думаю, геликарнас мой. Давайте еще Рим спросим, когда он второй. Вторые специи обработает. Честно говоря, мне повезло на пассивного римлянина, потому что, ну, по-хорошему ему надо было нападать на меня. Не, вообще, я даже, ну, я не знаю, насчет надо было, ему точно надо было где-то тут второй город ставить, а не Сиаму давать это делать. Я вижу, что тут ГГшка, правда, какая-то есть, но точно надо было расселяться. Тут он бессмысленно делал столько... Чего они все одинаково отвечают? Сусун. Ладно, Колизей. Тут Библа. Еще пока обрабатывать нечего. Не хочу я тут ферму делать. Все нужные клетки пока обрабатываются. У меня через волю столица больше, чем у человека, играющего через традицию. При том, что у него на еду как бы примерно все так же, как у меня. Поразительно. Так, по одной клетке подходим. Так, тут все обработано. Можно будет вырубить. Да, и тут мы сначала делаем лагерь, а потом вырубим. А, так у нас уже следующим ходом можно будет рынок делать. Так, коляски. Не нравится мне этот римлянин. Наверное, сейчас вырубаем прямо. Ой, я на меткалуку. Ладно, пускай будет меткалуки, но вообще немножко неверно. Так, а смогу ли я Мачу-Пикчу построить? Вполне возможно, что да. Хотя, слушайте, у меня пока плюс 11 по деньгам. Нету смысла спешить, мне тут скорее именно что счастье больше надо, чем деньги. Да, и Мачу-Пикчу, кстати, для того, чтобы торговые посты вот в тундре поставить. Уже такое ощущение, что мне обрабатывать нечего. Ладно, наверное, фермы сделаю. Ну, демография явно показывает, что Сиам впереди. Так, ученого берем, да? Ну, я бы ученого брал и вот сюда ставил. С другой стороны, и генерал бы не помешал. Но в нашем случае мы не рашим. Нам надо до арбалетов дожить. А без академии это будет очень долго.
блин, или отправить все-таки скаута. Еще вот, как он мне тут поможет в войне? Никак не вот так. Зря туда-сюда, короче, только зря бегаю. Так, я случайно не первый по армии сейчас стал. Наверное, вряд ли, да, первый Рим. Но мне хотя бы не последним выглядеть. Так, минус один пошел. Ну, мне кажется, надо в Куско отправлять. Блин, или на деньги, чтобы ап накопи... деньги на ап накопить. О, ливнул кто-то. Араб, походу, ливнул. 66-й ход. Ну, кстати, еще нормально продержался. Так, из Тиванаку в Кабул. Так у нас уже бегает. Из... Мачу в Рим. Ну, кстати, а чё нет? Интересно, а почему из Мачу больше дает денег, чем из Куско? Да, реально больше. Потому что ресурсов, наверное, больше. Закрыл мне тут все. Не, ну бля, ну. Мудила китайская. С него хотя бы деньги стрясти, хотя я, конечно, не ради денег. А ради того, чтобы задружиться с Кахоки. Ну или так, в принципе, да, можно. Это даже больше, чем 16. Блин, тут нечего уже обрабатывать. Еще раз повторю, не хочу очищать от болот вот эти места, потому что тогда будут города скорее именно эти клетки присоединять, а мне они не нужны. Мне нужны холмистые клетки. Кстати, это вот еще одна причина, почему на деньги надо отправить. Покупать хотя бы эти клетки. Так, тут ждем возможности торговый пост строить. Тут тоже ждем возможности торговый пост. Так, у меня
метка только два. Нет, три метка лука есть. Рим еще и не внутренние караваны, а на деньги пускает. Интересно. Ап меткалука в арбалет 70 стоит. Мне их хотя бы штук 6 надо. То есть мне 420 монет надо. Ну и соответственно еще 3 меткалука построить. Куска после арены будем Мачу-Пикчу делать. Так, стоим, ждем. Стоим, осматриваем. Да, я, конечно, прям очень сильно открыть не хочу. Вот Петра в данном случае не играет никакой роли, потому что слишком плохие клетки вот эти. Тут Мачу-Пикчу именно круче зайдет. Так, прямой наводкой в арбалеты. Говорит, что 12 ходов. Ну, скорее всего, будет быстрее, потому что и библиотеки мы построим. Он убрал вообще юниты отсюда. Угу. В смысле, мех. Вообще пока мне не надо. У меня плюс 7. Так, 12 ходов. Меткалуки 5. Ну, тогда пока арену. Блин, подожди, а нужна ли мне сейчас арена? Может, лучше бараки? Или вообще 3 рему пока сделать? Хотя я тут уже все встретил. Не, наверное, 3 рему не надо. А что тогда? Ладно, бараки. Да, бараки здесь вот по меткалукам. Это 5 штук будет. 6. Надо будет сразу на Рим идти. Вот видите, тут еще и вырубил все. Молодец. Блин, как жалко, что тут нету холмов. Тут бы такие были мясистые террасы. Так, этого сюда, тогда этим. Что, где-нибудь вообще 5 ходов, 11, 13. Да, у меня очень мало культуры. Медленно присоединяются клетки.
Мне негде рабочих уже использовать. Все обработано. Да, ну 420 я накоплю. Мне теперь надо, в общем-то, 6 метколуков иметь. Десять ходов метколук. Это долго. Ну, тут нету смысла делать, честно говоря, ферму. Может, все-таки антиум? Я просто думаю, как мне идти на Рим. Прям прямой наводкой на Рим. Возьму ли я его? Так, знаете что, давайте откроем всадников. Я без всадников не смогу взять. Блин, ну так неохота. Можете написать, что типа у тебя простаивают рабочие, обрабатывай болото. Но они будут присоединяться тогда, эти клетки. А мне нужно, чтобы вот это присоединялось. Просто в городах держу рабочих. Какая-нибудь клетка присоединяется, иду ее обрабатывать. Вообще, как, у меня все плохо, как видите. Слава богу, у Рима еще все хуже. 22 производства всего лишь. Я не думаю, что он сможет от арбалетов отбиться. Конечно, еще играть в волю без религии тоже очень грустно. То есть я буду римскую религию, скорее всего, разносить с пагодами. Буду тут рабочих держать, чтобы быстро дорогу построить. Зачем Сиаму, интересно, такая армия? Серьезно, он будет болото присоединять, а не холмы? Так,
жить. Китай великую стену построил. Кстати, я совершенно забыл об этой фигне. Прикиньте, если бы ее построил Рим. Вся наша атака на этом... Я понимаю, что здесь открытая местность, но сам город стоит на холме, поэтому я прокачиваю против холма. Так, и, наверное, здесь, собственно, всадника сделаем. Так, один ход буквально. Нет, давайте даже, наверное, оптику. Оптику следующим ходом надо будет опять арбалеты открывать. Но я очень должен сейчас отставать по всему. Тут очевидный лидер Сиам. Просто очень хорошее место. Это вот вам, кстати, один из примеров. Вот говорят инки имба. Ну вот, вот с этим местом, с тем, что у меня тут есть, я даже через традицию себе играл. Была бы жопа. Честь брать, может, набожность. Вообще 4 религии уже основал, я точно уже не смогу основать. Exploration, у меня 3. Блин. Я смогу производство поднять, в принципе. Ладно, давайте честь. Мы тут будем воевать. Так, с Сиамом торговля завершилась. Надо продлить. Так, тут, наверное, продолжу арбалеты. Тут тоже буду арбалет делать. Ой, не то сделал, подождите. Дорога. Дорога. Возвращаем. Ап. 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 Это Сиам, видимо... А, понятно, Сиам как раз арабы и выносил. Ясно. С кем-нибудь еще поторговать есть у нас? Тем же Сиамом. Ему офигительно нужно счастье, несомненно, он там захватил араба. Мне тоже надо счастье.
блин. Так, где тут у него караван бегает между Катманду? Да, неприятненько, больновато бьет. Это будет непросто. Oh.
удалось все-таки на фастклике забрать. Но это на тоненького, конечно, было. Но все, он уже ливнул. Правда, это хост был. Я надеюсь, что он сейчас не развалится из-за этого ничего. Зато у нас есть теперь Стоунхендж. Откуда у меня мечник? Блин, еще и этот вылетел. Ну, еще не вылетел, он ливнул, потому что он столицу потерял. В общем, вот мы втроем позахватывали своих соседей. И сейчас будем честно между собой выяснять, кто из нас круче. Проблема в том, что я через волю играю. А это таки проблема. Так, ну, Антиум нам точно не нужен. Антиум я сожгу. Неаполь, мне кажется... Ну, блин, я не знаю, я бы тут... Я думаю, может мне Катманду захватить? Вот Катманду выглядит как нормальная цель. А римские города сжигать... Очень удачно туда прям под арбалет и пику в лес. Конечно, нужен будет маяк, но не сейчас. Катманду точно более крутой город, чем вот эти, поэтому я хочу сначала его взять, а потом уже добивать Рим. Решил меня арбалетом не обстреливать. Вообще 26 сила, по-моему, побольше силы, чем у Рима была. Просто контролировать Рим. По идее, Катманду мы должны всадником забирать. Да, Стоунхендж чисто. Жалко, он не укрепил религию. А, не, укрепил. Пагоды и кафедралы, зашибись. Еще и 20... А, так он успел 20% взять. Ему это не помогло. Так, пожалуй, этого рабочего мы захватим. Не помешает.
Напоминаю, что у меня юниты по холмам без потери очков двигаются, поэтому вот надо будет становиться именно на холмы и отсюда сразу обстреливать Катманду. Компьютер мне просто приводит все свои юниты для захвата. А, блин, а почему тут... Стоп. А почему я тут потерял ход? Короче, миссионера надо захватить. Не понял, почему я тут теряю ход. А, я же дорогу разграбил, блин. Не знаю, Неаполь, Антиум и Кумы. Надо ли мне их, эти города вообще как-то оставлять? Вот Катманду я захвачу, оставлю точно. Хороший город. А эти, наверное, сжигать надо. Так, три хода до Нотр-Дама. Попробуем в Куско построить. Ну, к сожалению, распалось лобби. Видите, у нас получилось, что два раза хост уходил. Я думаю, ну, сейчас Сиам ушел. У нас был рассинхрон, и он долго не прогружался. Видимо, тут все понятно. Я, считайте, свою дуэль выиграл. Что было бы дальше в ФФА, сложно сказать. Я вырвался на оперативный простор. И, в общем-то, за счет религии Рима вполне мог бы неплохо развиваться. Вообще, возможно, Нотр-Дам бы построил. Еда бы у меня была, наконец, культура была, стала бы. Хоть как-то. Ну, вообще, точнее, у нас уже и так неплохо с едой. Караваны бы, наверное, в столицу отправлял или еще как-нибудь. Посмотрим. То есть, вполне тут могло бы быть что-то интересное. Эти мы все своих соседей убили.
втроем. Но получилась в итоге дуэлька скорее с Римом. Очень пассивно Рим отыграл. И мне кажется, еще эта игра интересна тем, что можно показать, как у инков, какое плохое место может быть у инков. Но тут, несомненно, Риму надо было выходить быстро в легионы и нападать на меня легионами. Но так как он сыграл через традицию, у него там дофига было джунглей такой вот местности, у него получилось, что он просто у него мало производства, он сделал там двух дуболомов, и, по-моему, у него так было два легиона всю игру и было. Я особо их не использовал и даже не построил ни форт, ни дороги. Так что человек не очень, мне кажется, умеет за Рим играть, хотя он сам ее, эту цивилизацию выбрал. В общем, такая партия. Спасибо, что смотрели. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине и живи Беларусь. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.